за ХДК, Зёрхер Хоукшулле, Конствах, Риштунг, Фелм. Дождя не было уже много лет, и мир высох. Согласно старой легенде, дождь, скрытый за небом, вернется, если кто-нибудь пойдет его искать. Двое детей отправились в пустыню в поисках воды. На самой высокой дюне Леон достал свой волшебный кинжал и рассек им воздух. Небеса разверзлись, и дождь полил на детей. Легенда не лгала. Небо плакало от радости. Миражи. Рихам, я тебя обыскалась. Ты же знаешь, что нельзя оставаться в пустыне. Давай, пойдем. Здесь опасно. Ты никогда не даешь мне поиграть. Солнце сжигает мозги. Ты хочешь поджариться, как все? Как брат аптекаря? Поджариться, как все, как брат аптекаря. Эй, я нашел раковину. Отлично. Пошли уже. Марин! Папа! 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 Риам! Рихам, нужно позвать на помощь. Он выздоровеет. Мне нужно больше воды, чтобы спасти его. Больше воды, больше воды, больше нет воды. Что он делал в пустыне? Вечно бегает за миражами. Все знают, что нельзя оставаться снаружи. Ему нужно восполнить нехватку жидкости. Приготовлю припарку из песчаного мха и дробленых раковин. Больше нет воды. Замолчи! Что ж, теперь идите домой, мне нужно работать. Дождь вернется. Не обращай внимания на то, что он говорит, Рихам. Солнце сожгло его мозг. Не беспокойся, все будет хорошо. Что мне для тебя сделать? Мы должны найти воду. Воды больше нет, Рихам. А в пустыне? Папа уверен, что где-то есть вода. Это всего лишь легенда. Обещаю, мы его спасем. Про маму ты так тоже говорила. Аптекарь найдет способ.
Папа, проснись. Я найду тебе немного воды. Я знаю, где она есть. Дождь прячется за небом. Дождь прячется за небом. Дождь. Дождь. Папа? Я заблудился. Не бойся. Я с тобой.
Спасибо, что пришла. Здесь так здорово. Да, и немного страшно. Может, пойдем домой? Да. Марин? Марин! Дождь прячется за небом. Дождь вернется. Дождь. 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 Роли их исполнителей. Рихам – Леон Дюкре. Марин – Плюм Дюкре. Отец – Гай Пилонель. Инженер – Бартек Сузанский. Аптекарь – Патрис Гилли. Режиссер – Венди Пилонель. Оператор – Том Келлер. Звукооператор – Бенуа Барроу. Продюсер – Элиас Деллерс. Композитор – Грег Скерман. Производство «Швейцария», 2014. Фильм озвучил Александр Водяной.